Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш дом молитвы, желание моего сердца в это утро обратиться к одному тексту Священного Писания, который записан в послании к римлянам. Первая глава, 18 стих. Послание к римлянам, первая глава, 18 стих. У кого есть Библия, давайте мы откроем этот текст. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Открывается гнев Божий». Братья и сестры, у нас сегодня особое служение, правда? Наши сердца сегодня исполнены особой благодарностью за эту дивную, удивительную повесть, чудную, которую мы готовы слышать, провозглашать. Это действительно радует наше сердце. Братья и сестры, в этот день особо подчеркивается, я думаю, может, братья высветят три креста, которые напоминают нам о том, что произошло на Голгофе. Когда мы говорим о любви Божией, братья и сестры, Бог доказывает свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешники, не правда ли? Знакомая истина, которая радует наше сердце. Братья и сестры, я хочу сегодня напомнить еще одну драгоценную истину Евангелия. Книга пророка Исаии, брат сегодня читал ее, 53 глава, где пророк говорит: «Ну, Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению». Евангельская весть содержит в себе истину о том, что Бог излил свой гнев на кого? На Иисуса Христа. Почему? Для того, чтобы нам сегодня быть оправданными. Братья и сестры, я сегодня говорить хочу сегодня о другом. Я сегодня хочу говорить не о любви Божьей. Я сегодня хочу говорить об одном качестве характера Божьего совершенства, который Библия называет гнев Божий. Вы знаете, мы, верующие люди, должны признать, что мы неохотно говорим на эту тему, не правда ли? Нам как-то не хочется людей спугнуть, оттолкнуть. Нам как-то не хочется, знаете, показать как-то Бога. Это как-то, говорят, немножко скомпрометирует Бога. Ведь Он есть любовь абсолютная. Ведь Он есть благодать. Мы охотно проповедуем о любви Божьей. Мы охотно говорим о благодати Божьей, о милости, которая превыше гор, превыше всего. И нам кажется, что говорить о гневе Божьем, о Его ярости, ну как-то оно немножко, знаете, испортит нашу проповедь, оттолкнет людей. Но Писание говорит, Павел говорит: «Я не забывал возвещать всю волю Божью». Братья и сестры, почему люди не хотят и не любят говорить о гневе Божьем? Люди мыслят сегодня стандартами человеческими. И когда мы говорим о простом человеческом гневе, мы понимаем, что для некоторых гнев – это потеря сообладания, самообладания, это взрыв негодования. Братья и сестры, вы видели человека гневающегося? Конечно. А мы помним себя, когда у нас приходит иногда приступ гнева. Пусть это будет короткий. Другим кажется, что гнев – это ярость осознанного бессилия или просто признак слабости, скверного характера. Разве можно, говоря, приписывать Богу такое качество? Понимаем, да? Поэтому, говоря о гневе Божьем, люди как-то воздерживаются от этой темы. Некоторым людям кажется, что гнев, не свойственный Богу, исполненному абсолютной любви, мудрости, красоты и силы. Братья и сестры, некоторым кажется, что Бог подобен океану, в котором просто дети стоят на берегу и бросают камешки. Видели эту картину? Разве океан не способен поглотить эти камешки? Ведь это просто смешно. Это не причинит никакого вреда. Кто такой Бог? Братья и сестры, что такое земля маленькая, планеты, на ней живущие народы, как пыль, как ветер, как ничто? Разве их шалости, как люди говорят, грехи могут причинить Богу вред, который намного превышает океан и всю вселенную?
Братья и сестры, этим обманом можно было бы утешиться, если бы не факт Божьего гнева не был провозглашен Священным Писанием и не был подтвержден историей. Братья и сестры, факт Божьего гнева провозглашен в Священном Писании и подтвержден историей. Всемирный потоп, давайте вспомним, братья и сестры, падение цивилизаций, падение Иерусалима, рассеяние израильского народа. За всю историю человечества, бедствия, которые совершались на этой земле, возникает вопрос, это дело чьих рук? Случая? Стихий? Природы? Злых каких-то сил? Дьявол? Пророк Иеремия говорит, случалось ли какое бедствие в городе, которое Господь не допустил бы? В Священном Писании мы встречаем около 600 выражений, говорящих о гневе Божьем. Братья и сестры, в этой святой книге более 600 выражений, говорящих о гневе Божьем. И в Ветхом Завете мы встречаем более 20 раз различных слов-синонимов, которым передают гнев Божий различными словами, как ярость, негодование. Братья и сестры, это все касается личности праведного и святого Бога, имя которому любовь. И замалчивать грех, братья и сестры, замалчивать, простите, гнев Божий так же преступно, как преступно замазывать знаки, которые предупреждают людей об опасности. Давайте себе представим, если бы сегодня пилоты летали совершенно без всяких определенных маршрутов, четко заданных целей. Если бы все водители ездили абсолютно без предупреждающих знаков, особенно там, где есть опасность, как бы это все выглядело? Гнев Божий неотвратимо сгущается над этой планетой, братья и сестры. И без осознания его неотвратимости не возникнет в сердце человека желания, а как же можно избежать этого гнева Божьего? Поэтому, проповедуя о Божьей любви, братья и сестры, проповедуя о Божьей благодати, проповедуя о пути спасения, о той вести, которую мы сегодня пели, которую мы готовы снова и снова слушать, провозглашать, мы должны помнить, что характер Бога включает в себя качество гнев. Что же такое гнев Божий? Это очень древнее слово, обозначающее, словари говорят о том, что обозначает глубокое чувство возмущения и негодования. Глубокое чувство возмущения и негодования. Чем же Бог возмущен? Что же приводит совершенного, святого, любящего Бога в негодование? Библия очень ясно отвечает на этот вопрос, когда мы обратимся к посланию евреям. 9 глава, 17 стих. Стих говорит так, простите, 3 глава, 17 стих. «На кого же негодовал он 40 лет?» задает вопрос. «На кого же он негодовал целых 40 лет?» И есть ответ. «Не на согрешающих, не согрешивших ли, которых кости пали в пустыне?» Те люди, которые грешили. Обратите внимание. Реакция праведного, всемогущего, святого Бога. Бог определенным образом реагирует на то, что происходит, братья и сестры. Он реагирует на наше согрешение. Бог реагирует на то, что происходит сегодня на земле. Бог реагировал на то, что происходило в пустыне в израильском народе. Это его естественная форма, естественное проявление Бога на всякое зло, на всякую несправедливость, на всякую нечистоту. Итак, грех человека – вот что вызывает у Бога праведный гнев. Братья и сестры, гнев Божий – это совершенство характера Бога, и нам, верующим, я хочу сегодня подчеркнуть, нам, верующим, чаще нужно задумываться над этим качеством Бога. Почему?
Прежде всего, во-первых, для того, чтобы наше сердце постоянно ощущало отношение Бога ко греху. Братья и сестры, прежде всего, чтобы наше сердце могло осознать отношение, правильное отношение Бога ко греху. Мы очень склонны относиться к греху легкомысленно, не придавать ему значения, не видеть его чудовищность и придумывать ему различные оправдания. Да это просто так получилось. Да это ошибка. Братья и сестры, нужно сказать, что-то происходит в христианском мире. Мне кажется, что все поставили, знаете, все наоборот. Там, где не грех, люди почему-то называют грехом, придираются, ищут какие-то вещи, говорят, это грех, это грех, это нельзя, это нельзя. Там, где Бог называет грехом, люди не замечают верующие, что это грех. Говорит, ну это так просто, наверное, так получилось, да это всегда было. Братья и сестры, это очень важно смотреть глазами Бога на вещи. Не нашими оценками, не нашими критериями, не нашим пониманием истории, традиции или еще что-то, так было принято. Так нас научили. Нам нужно взять в руки книгу, Библию и внимательно посмотреть, где Бог говорит, я это ненавижу, это мерзость. Вот что ненавидит душа моя. Бог ничего не сокрыл в своем слове. Он все ясно открыл, и Он хочет, чтобы мы, верующие люди, ясно имели вот эту ясность и понимание, что грех ужасен в глазах Бога. И реакция святого, любящего, праведного Бога, которого Он отправил Господа Иисуса Христа на крест, вызывает, знаете что? Он не просто закрывает глаза и говорит, да все хорошо, я прощу. Он гневается, он негодует. Помните Моисея, которого Бог призвал, дал ему повеление, показал пред ним свою святость, сказал, сними обувь с ног твоих, потому что земля, на которой ты стоишь, есть земля святая. И в конце вот этой беседы Моисей говорит, о Господи, я человек неречистый, пошли кого хочешь. Знаете, там 4 глава книга Исход, по-моему, 14 стих, написан следующий стих, и возгорелся гнев Господень на Моисея. Он не просто пальчиками упосварил. Возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал, разве нет у тебя Аарона брата? И я думаю, братья и сестры, реакция Моисея была сразу отрезвляющая. Это не просто было. Это всемогущий владыка вселенной, который решил избавить народ израильский из рабства египетского. И он проявил свое качество. Братья и сестры, во-первых, я еще раз подчеркиваю, у нас должно быть правильное отношение ко греху. Что мы осознали всю омерзительность греха. Во-вторых, для того, чтобы обрести в нашей душе подлинный страх Божий. Я сегодня слышу, понимаю и встречаюсь с людьми, говорят, что нет силы бороться против греха. И это действительно так. Люди сегодня верующие борются, томятся, скрывают, падают. Говорят, нету силы бороться против греха. Друзья, если мы посмотрели, как смотрит Бог на этот грех глазами, и Он не просто отворачивается, Он гневается, друзья, это приводит определенный нас в страх, в действие. Смотрите, как апостол Павел к евреям, 12 глава, с 28 по 29 стих, он говорит так, «Будем хранить благодать, которую будем служить благодно Богу с благоговением и страхом». Почему? Потому что Бог наш есть кто? Огонь поедающий. Бог Ветхого Завета, Бог Нового Завета – это один и тот же Бог. Бог любовь, Бог справедливость, Бог благодати и Бог тоже гнева – это один и тот же Бог, потому что Бог есть наш огонь поедающий. Потом говорит, будем хранить благодать. И так в нашей жизни, в нашем сердце должен правильный, подлинный страх, который будет нас хранить от греха. В-третьих, почему мы должны хорошо понимать, верующие люди, осознавать о том, что есть Божий гнев, для того, чтобы сердце наше, братья и сестры, было преисполнено благодарности, который, потому что Господь избавил нас от грядущего гнева, так говорит Слово Божие, братья и сестры, Господь избавил нас от грядущего гнева.
И поэтому мы сегодня здесь, и поэтому сердце наше должно быть наполнено благодарностью. Господи, благодарю Тебя за Агнца, который взял на Себя все немощи, понес все болезни, взял грехи мои, беззакония. Братья и сестры, это не была постановка, то, что иногда люди делают, это не был Голливуд, это была Голгофа, это были настоящие гвозди, это были страшные боли, страдания, настоящая кровь, это был гнев Божий. Бог показал, вот так я ненавижу грех. Есть у нас сердце, это благодарность. Дорогой брат, дорогая сестра, кто спотыкается, кто падает, кто легкомысленно относится к греху, думайте сегодня о гневающем Боге. Итак, гнев Божий – это личная реакция Бога на грех, на мой грех, на ваш грех, на абсолютно всякого человека. Какие же характеристики Божьего гнева? В первую очередь нужно сказать, что гнев Божий, братья и сестры, совершенно не похож на человеческий гнев. Вся проблема в том, братья и сестры, что люди сравнивают себя с Богом, свои характеристики, свои качества с Божьими и даже гнев свой с Божьим гневом. Величайшее заблуждение и глупость. Что такое наш человеческий гнев, который не творит правды Божьей? И апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, «Всякая ярость и гнев да будут что? Удалены от вас». А Екклезиаст, 7 глава, 9 стихе говорит, что гнев гнездится в сердце глупых. Да сохранит нас, братья и сестры, от гнева. Гнев Божий – это не какой-то эмоциональный всплеск эмоций, братья и сестры. Во-первых, Божий гнев абсолютно справедливый. Псалмопевец Давид провозглашает эту истину следующими словами. Книга Псалом, Псалтырь, 118 Псалом, 75 стих. «Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня». Это подлинная оценка человека Божьего, который испытал на своей жизни и милость, и прощение, и благодать, но и гнев Божий. И он провозглашает истину, братья и сестры, во-первых, Божий гнев абсолютно справедливый. Гнев Божий – справедливая, необходимая реакция на объективное нравственное зло, который происходит сегодня в мире. Братья и сестры, несмотря на то, что мы сегодня проснулись с вами, и Бог повелел солнцу восходить над злыми и добрыми, и Бог посылал в прошедшей неделе дождь на праведных и злых, не думайте, что Бог не видел те тысячи, может быть, умерщвленных деток, которые должны были родиться, не родились. И то величайшее зло, которое совершается сегодня, тайное или видимое, явное, братья и сестры, не думайте, что просто Господь вот говорит, ничего, ничего. Когда мы читаем книгу пророка Исаии, 26 глава, 9 по 10 стих, написаны следующие слова. «Ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правды». Достаточно потратить 5 минут, чтобы просмотреть хронику событий, что произошло вчера или сегодня в это утро. И то, что происходит, братья и сестры, это реакция праведного святого Бога на зло в мире, что совершается людьми. 10 стих написано так. «Если нечестивый» – Исаия, 26 глава, 10 стих. «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». Братья и сестры, если Господь не наказывал бы людей, то этот мир давно бы превратился в ад. Этот мир был уничтожен, сами себя уничтожили бы люди. Поэтому Господь время от времени напоминает о том, что грядет суд Божий. Вторая причина, вторая характеристика Божьего гнева в том, что Бог контролирует этот гнев. Гнев, который он изливает на людей и будет изливать, он контролирует, братья и сестры.
Псалом 77, 38, 39 стих. «Но он милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что не плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается». Братья и сестры, история Ветхого Завета, история взаимоотношений Божьего народа с Богом, она как-то потрясает своей, знаете, чем? Вот этой падением, безнравственностью. Настолько низко народ Божий пал. И Господь вынужден был наказывать, проявлять свой гнев времени от времени. Но обратите внимание, но он милостивый прощал грех и не истреблял. Многократно отвращал гнев свой. Я рад, что наше служение слышат и видят не только братья и сестры, которые находятся в этом зале. Я рад, что наше служение могут видеть и другие люди и слышат. Друзья мои, иногда люди говорят, ну все ничего, вроде бы проходит. Так вот жизнь моя, понимаешь, что я делаю вещи неправильные. Там взял, там записал не то, там сказал, там немножко сделал. Ну, вроде бы все нормально, проходит пока. Как-то уж Господь, наверное, такая благодать Божья. И хотел бы, чтобы мы обратили внимание. Многократно отвращал свой гнев. Да, сегодня пред Господом, там во святилище, зашел когда-то со своей кровью, чтобы предстоять, написано, за нас. Сегодня Христос за каждый мой и ваш грех, братья и сестры, Он ходатайствует. Снова Он молится, все, снова Он просит. Когда мы читаем книгу Исход, 32 глава, 14 стих, помните, когда Моисей был на горе, а народ развратился, сделал золотого тельца. И Бог сказал, отойди, Моисей, я уничтожу этот народ. Но Моисей пал на землю, начал умолять лицо Господа, начал молиться, Господи. Это целая, знаете, проповедь сильная. И мы смотрим один стих, 32 глава, книга Исход, 14 стих. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Отменил Господь зло. Братья и сестры, как велик действительно Господь. Дорогая молодежь, дорогие дети, дорогие слушатели, как сегодня важно родители, которые молятся. Я верю, что ходатайственные молитвы и церкви, и родителей, и нашего первосвященника, который находится там, одесную Отца, чтобы предстоять и ходатайствовать за нас, друзья мои. И Господь вновь и вновь, может быть, слышит, оставь еще на год. Это драгоценная, очень важная истина, друзья, она должна привести нас в смирение, должна привести в благоговение и в страх пред Господом. И третья, братья и сестры, характеристика Божьего гнева. Господь наказывает и вынужден проявлять свой гнев, потому что Он не может по-другому. Это Его вынужденная мера. Человеческое сердце настолько испорчено, настолько развращено, братья и сестры. И Писание говорит, лукавое сердце человека и крайне испорчено, кто познает его. Послание к Римлянам, 2 глава, 4-5 стих, апостол Павел говорит, «Или пренебрегаешь богатством, благодати, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Братья и сестры, благость Божия ведет к покаянию. Мы не должны пренебрегать благодатью Божьей. Но, 5 стих, «По упорству твоему и нераскаянному сердцу», обратите внимание, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Братья и сестры, вот причина. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева». Братья и сестры, эти слова должны тоже нас привести, знаете, в особую дисциплину, в особое понимание Бога, смириться для того, чтобы не переступить вот эту черту.
Бог сожалеет о людях. Более того, Бог сожалеет о людях, которые Он должен наказывать. Когда мы читаем книгу пророка Иеремии, 8 глава, 19 стих, смотрите, он говорит так: «Вот слышу вопль щери народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Разве нет царя его на нем?» Зачем, стоит вопрос, смотрите, зачем они подвигли меня на гнев своими идолами, чужеземными, ничтожными? И сегодня, братья и сестры, я слышу этот вопрос, Бог задает, братья и сестры, если мы посмотрели на этот мир, Бог говорит: зачем вы вынуждаете меня совершать, проявлять свой праведный гнев? Иезекииль 33 глава 11 стих показывает истинное сердце любящего Бога в Ветхом Завете. Смотрите, скажите им, говорит Господь, я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам? Дом Израилев. Братья и сестры, это призыв, это проповедь сегодня обращена ко всем людям. Не хочу смерти грешника, но хочу, чтобы грешник обратился и жив был. Братья и сестры, давайте обратимся очень кратенько, у нас нет времени, но очень кратенько посмотрим, как же открывается гнев Божий. Мы прочитали в послании к римлянам: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие». Будет или сейчас открывается, братья и сестры. И когда мы смотрим на 26 стих, 24 стих, там написано, что Бог предал людей нечистоте в 24 стихе. Открывается гнев, 24 стих говорит, что Бог предал людей нечистоте. Бог предал 26 стих о том, что Бог предал постыдным страстям. 28 стих о том, что Бог предал превратному уму. Понимаем, да, братья и сестры, в чем проявляется, открывается гнев Божий? И когда мы открываем книгу Откровений, которую мы любим читать, исследовать, искать время пришествия Иисуса Христа, время, когда Христос придет за Своей Церковью, я хотел бы обратить внимание, братья и сестры, что в книге Откровения содержится очень важное послание к людям. И когда мы смотрим 8 главу, мы читаем, это 7 труб, которые Господь приготовил. Для чего эти трубы? Гнев Божий будет изливаться на эту землю. Книга Откровения, 16 глава, в ней описывается 7 чаш гнева Божьего, друзья мои. Не благословений чаши, но гнева, когда мы читаем, приводится в ужас. Позвольте только один текст сегодня с этой главы прочитать. 16 глава, 17 стиха. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось. И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали. И Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Братья и сестры, все, что совершается сегодня, когда мы слышим, происходят катаклизмы в природе, где-то заливает водой. В Португалии, Испании, говорят, жара достигнет где-то 47-49 градусов жары. Где-то происходит извержение вулкана. Где-то землетрясение, братья и сестры, это ничто по сравнению с тем, что мы читаем в книге Откровения. Братья и сестры, мы должны очень серьезно размышлять, провозглашать и призывать людей, и говорить о истинном, настоящем Боге. В 1741 году в городе Энфилд, Новой Англии, прозвучала проповедь выдающегося проповедника Джонатана Эдвардс. Свою проповедь он назвал следующим образом: «Грешники в руках разгневанного Бога».
Найдите в интернете эту проповедь, она в доступном, на русском языке есть. «Грешники в руках разгневанного Бога». Братья и сестры, когда я читал, у меня волосы поднимались, думаю, как люди слушали эту проповедь, как его не побили камнями. Позвольте, братья и сестры, очень кратко прочитать несколько выдержек из этой проповеди. «Только рука Божья удерживает неспасенных над пропастью ада. Они уже заслужили этой бездны огня и уже приговорены к ней. Бог сильно разгневан на них. Но даже в таком состоянии их совершенно не интересует посредник. И таким образом у них нет ни убежища, ни защиты, и ничего такого, что могло бы поддержать или сохранить их в любой момент их жизни. Есть только простое, произвольное желание и ничем не обязанное терпение разгневанного Бога. Эта ужасная тема может быть полезна и для вас, сидящих в этом собрании, пробуждающихся, но еще не обращенных к Господу. То, что вы слышали, относится к каждому из вас. Тот мир страданий, то озеро горящего огнем, широко распростертое над вами, и есть страшное, раскаленное пламенем Господнего гнева пропасть. Это и есть ад, разинувший свою пасть». Все, что держит вас, это сила и воля Бога. Вероятно, вы еще не осознаете этого, потому что вы еще не в аду и не видя поддерживающей руку Господа. Надейтесь на такие ценности, как здоровье, забота о собственной жизни и всевозможные способы самосохранения. Но в действительности все это ничто. Если Господь уберет свою руку, они не сохранят вас от падения. Удержит ли воздух человека? Остановит ли паутина летящий камень? И поэтому каждый, кто еще не принял Господа в свое сердце, сейчас пробудись и спасайся от грядущего гнева. Братья и сестры, эта проповедь имела колоссальную силу. Я верю, что не только слово о Божьей благодати, Божьей любви сегодня приводит ко Христу, Голгофе грешников, но приводит слово о реальном, настоящем Боге, который реагирует на грех человека. Но мне сегодня хотелось бы закончить эту проповедь не Эдвардса и не его пламенной проповеди, которая пробуждает сегодня осознание сердца. Свою проповедь мне хотелось сегодня закончить словами апостола Павла в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 6 по 10 стих. И мы будем с вами молиться и благодарить нашего Господа. Я читаю, давайте мы откроем этот текст также. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Братья и сестры, обратите внимание на следующие слова, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, сейчас у нас будет время молитвы. Сейчас у нас будет время, когда можем склониться и посмотреть на того верою, на котором был излит гнев Божий для того, чтобы мы с вами могли жить свято, благоугодно, ожидая нашего Господа. И пусть Господь нас благословит, приготовляя свое сердце принятию хлеба и вина. Аминь. Помолимся Господу.